Привет. Ну, самое главное, добро пожаловать во Владивосток. Были ли здесь когда-нибудь? Какие вообще впечатления от города, от людей? Вот это, наверное, такой первый вопрос. Спасибо, я здесь первый раз. Не было это так далеко, оказывается. Я думал, что у нас это далеко. Пока люди добрые, пока с кем встречался, все люди добрые, улыбаются, отзывчивые, очень довольны. Познакомились с ребятами, которые занимаются ММА, или только сейчас произойдет знакомство? Что вообще слышали о местной школе, о тех, кто занимается ММА? Да, здесь много ребят остались раньше. Так, выступали вместе. Шамиль Абдуллаев был, Сахид. Есть здесь ребята хорошие, которые я знаю. И дошло, что ребята, которые не знают, где стрек хорошо. Ну, сегодня будем знакомиться, отправить с ним мастер-класс, отделиться опытом. Времени не очень немного, да, чтобы хоть, ну, там какие-то такие секреты, что-то, какие-то фишки передать. Но тем не менее, что вы планируете на этом мастер-классе сделать? Ну, мы покажем пару хитрых моментов, обманки. Сейчас много не будем, наверное, показывать, и времени мало. Покажем пару вещей. Ну, наверное, самое главное – это общение, потому что многие ребята пришли не только позаниматься под вашим руководством, но и зарядиться, так сказать, чуть-чуть перенять опыта, зарядиться энергией. Да, да. Общаться тоже будем и на вопросы. Сделаем все. Спасибо. 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 Сколько у вас времени? Для левши самая хорошая тема. Вот. Тебе ударю, он тебе отвечает. Вот именно когда он отвечает, когда я ударю, вот, перешагивает левочку. Боковой, а вход поднимаешь, ногой дорабатываешь. Еще раз. Раз. Ногой дорабатываешь. Понятно, да? Нет, как левша с левшой может делать, так правша с правшой то же самое может делать. Разницы нет, право стоп, левый стоп, то же самое. А ты ленит джеб, разрез легкий, нарабатывает. Вообще в идеале бы, если они будут, чтобы нарабатывать.
Ставим. Давай сейчас. Танк прямо. Да. Левша, кто был? Давай. Пускай его попробуем. Ставим. Нет. Можешь его? С этим ударом скажу. Чек. Ударим. О. Слышь, когда он бьет, ты заходишь. Раз. Перешагнуешь. Перешагнуешь. О. Так, кот. Кот. А, кот. Да. И ногой корпус. Если рукой ударил корпус, то ногам голову приводишь. Оп. И удар по ногу. Если рядом, то можно. Если рядом, если близко рядом, можно просто. Ладно, да, потом что? Ладно, ладно. Раз, руки быстро. Пока вы зашел, если близко, можно ладно. Если он отошел, все отойдут. Когда попадаешь, на месте не будет соперник. Давай по правилам будет опять в сторону, вы будете догонять. На правой стороне то же самое, шама, это на правой стороне. А когда девушка? Да, конечно, положится. Ты вот тогда пирам. Ты мне тогда одноименно вертали, что ли? Направляешь, что ли? Вот. Ты вот мы будем разрезать. Раз. То же самое, а это самое. Только по правую руку, правую руку. Череп ударил? Череп ударил. Он отвечает за задним. Сошел, сейчас делаю шаг. Вот стоп. Вот. Нет. На место повезли. Нет, вот до этого так покажу. Да. Дернул. Подведение зашел. На право как так? На право. Нет, на право. На право. Я ударил. Раз, два. Это работает. То же самое. Давайте попробуем. Thank you.
еще один момент. Я тоже не кажется. Сразу это меняешь свой. Мы все вот так стоим. Кто налево, кто направо. Правильно. Здесь такая обманка. Двигаешься, двигаешься. Просто делаешь задний шаг. Ты меняешь, она меняешь. Столько просто. В этот момент, именно когда ногу меняешь, ты берешь корпус, нарабатываешь задний корпус. Можно в кик, кому угодно можно дальше. А вот дальше задний. Ты, например, задний корпус дальше. Еще раз. Шаг сделан сразу. Это вместе с шагом надо. Очень аккуратно. Дальше на встречу можно ударить. Можно лобки. А давай на правый покажем, здесь как бы дешево. Давай на правый тут покажу я. Я не поуздил учиться. На правый стойке лучше сделать так. Шаг сделал, дальше такое место. Голову можно. Можно голову так, вот чуть опасно здесь задний путь. И боковой на работу. Да. Просто как стойку меняет. Стоит. Назвай на работу. Понял, да? Да, да. Только стоишь? Вот. Ну, что это? Сразу. Да, работаешь. Или голову, или ход. Ну, всегда все почти. Голову. Никто не работает в корпусе. Очень важно. В бою, когда мы пару раз ходу помогаем, садили, просто глаза смотрим соперника, вы увидите, нам ну, что там, да, страх. Почему? Потому что он халка сбили, он не ожидал. И никто не ожидает. Почти. Не ожидает человека. Поэтому лучше корпус дорабатывать всегда. На лишу покажем этот один момент. Как заходить, доработать передней рукой. Просто достать. Когда соперник бывает, рукой двигается, его достал, тяжело бывает. А чтобы его достать, надо три удара минимум. Вот здесь слышу, джет показал, он отвечает. Это момент. Как он ответил? Мы просто заходим. Раз, два, три. Сразу. Раз. И как ответить? Это нужно так же. Раз, как ты зашел. Раз, два, три. Так, вот. Кому как какой нужен. Раз, два, три. И на ногах. Раз, два, три. То же самое, да, это не боковой, здесь надо далеко достать. Поэтому здесь вперед надо бить каждый удар. Вот, вот, да. Да, впереди. Да, да, да. Сам главный акцент на последнюю. Обязательно. Смотрите, что ваши ноги работают. Ну просто иногда, когда даже ответ вам показывает, это ногу легко ты не начинаешь. Да, ногу 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 прокатывает ногу, потом когда показывает, Thank you.
Это надо. Отработку сделали. Легкие такие вольные бои в плане того, что вот то, что он отработку вам показывал, ну, чтобы вы двигались, только кулак не зажимаете и не надо зарубаться. Налегке просто. На ножках, чтобы подвигать, налегке поработать. Все то, что он вам показывал, вот эти переходы, зарабатываем. Легкая форма, чуть как пятнашки, подвигаться и поработать. А потом спарим. Опытом, ребята. Давай, приготовим. Давай, 3 минуты просто подвигаться, раскидаться. Готовы? Налегке. Плочки не зажимайте. Просто подвигаться, раскидаться. Именно попробуйте то, что вам показали. Давай, приготовим. Чаще всего позиция. Если стенка была бы, я вам у стенки показал бы работу, защита, все. Когда корпус забирают, вот забрали ваш корпус, защита, в первую очередь. Вы никогда не должны таз вперед выставлять, потому что вы уже заламываете. Ваша защита, работа, ваша защита, вот. Под руки взяли, вот. Колено выставили на бедро. Если он ноги к вам ближе не поднесет, он вас никогда не переведет, не растянет. Если, конечно, у него там база, все зависит тоже от мастерства. Но если вот я вышел, вот, поставил на предплечье, вот я растягиваю. Вот эту руку желательно вот сюда, где бедро поставить. Вот здесь, когда вы растягиваете, начинаете, вы начинаете вот здесь отключать. Вот за вам можно. Эту ногу давайте, вот растягивать. Вот я его растянул. Захват растянулся, здесь могу доработать. Стенки то же самое, когда стенки прижимают, где-то начинается. Я могу голову начинать, просовывать, руки то же самое. Начинайте колено выставлять, расстояние между собой создаете, начинайте растягивать. Поэтому что многие вот так защищают. Вот, на бедро поставили, если даже корпус забирать, постоянно. Бедро начинает руками придерживать, чтобы он к вам не подошел. Если он к вам уже ноги подберет, то уже ему говорит, и зашагивает, и зацепит. Еще один есть такой момент. Сашину забирает, когда корпус. Понятно, начинает кисти отнимать. Тазом сажается и растягивается. Это один из моментов. Бывает, начинает локоть просовывать, но это больше у стенки делать. Когда у стенки сбоку зажимают, просовывают локоть и на него разворачивают. И есть еще один такой момент. Вот вы встали, вы создаете пространство. Просто вот эта нога, вот сюда поставили. И все, и вы ушли с опасного положения. Не отпускайте.
Вот он меня придержит, я всегда стою у стенки, где бы не был. Он чуть развернулся, вот я просто ногу поставил. Я начинаю эту руку перекидывать за его голову. Этой ногой просто растягиваюсь и разворачиваю тут. И все, я ушел с опасного положения, отсюда растянуть, себе самому дать. Хорошо, только сзади сейчас такой. Зрелище, да. Можно что хочешь показать, главное, чтобы они умели это делать. Это же надо сначала нас здесь опять видеть, что вы делаете. Нет, я там могу ради умы. Ради умы. Как-то вот так. Отработку? Не отработку броска, а вот это то, что он вам сейчас показал. Там основная, давай. Вот. Захва. Нет, не против. Я представляю, если ты на тренировке придется, если от этого стоит. Сейчас такая работа. Вот взяли ваш корпус. Вот. Выставляем ногу. Не просто выставляем, чтобы он вас под ногу подсел или вытащил. Вот подсядет, он вытащил вас на второй этаж. А именно, когда вы ногу ставите на бедро, вы кусаете, вот одну вот растягиваете, эту руку на плечи, где бицепс. И вот вот одну растягиваете. Вторая рука вот где бедро, вот сюда засовываете, вот, излом идет. Как вы сорвали захват? Если получилось, вот здесь растянули. Как сорвали захват? Все, развернулись, отсюда доработали. Как стерильно тут только не надо, когда готов. Под бедро не надо? Подходил, да? Не, вот я поставил. Вот я поставил, вот моя задача. Руку перекинуть. Я уже развернулся, мне здесь уже удобно. А сегодня лучше на всю руку. Всем спасибо за тренировку, можно так тоже сказать. Надеюсь, она вам поможет. Что мы вам показали сегодня, пригодится. Всем вам желаю удачи, как и по жизни, так и в спорте. Пускай она сопутствует. Самое главное – старание, желание, уважение к старшим, как это все соблюдать. Оставаться прежде всего людьми. Кто бы вы ни были чемпионы, чемпионы, где бы вы ни находились. Огромное спасибо тем людям, которые нас сюда, конечно, тоже пригласили. В принципе, удачи вам передаю. Привет.
Приветствую вас еще раз. Спасибо вам большое, что вы пришли. Мы показали вам самая маленькая, мелкая вещь, детали всякие маленькие. Но я думаю, если к нам на сборы придут, мы поделимся еще, наверное, да? Нам придут точно. Довольно. И также хочу поблагодарить организаторов. Большое спасибо вам. И также хочу сказать всем не останавливаться, тренироваться, и у вас все получится. Дальше. Ребят, ну я, наверное, от лица всех присутствующих здесь хочу поблагодарить наших гостей, спортсменов и тренеров непосредственно, да, за то, что поделились опытом, пусть немножко в таком небольшом формате, ну, насколько возможно, позволил. Но в дальнейшем мы обязательно это будем продолжать. Вот. Вам всем желаю, чтобы то, что вы здесь сегодня, скажем так, где-то для себя новое узнали, чтобы это впиталось, и вам только послужило в дальнейшем спортивном росте. Сейчас давайте я приглашаю всех общую фотографию сделать уже, да, наконец-то. И у нас там определенный регламент есть с гостями. Не будем сильно задерживать.